Крест вместо Ленина на постаменте рядом с украинским флагом появился рано утром в субботу. Активисты, говорят, устанавливали его вручную, без техники. Несколькометровый деревянный православный символ на центральной площади должен стать знаком примирения, считают те, кто его поставил. Ну, пока временно поставили этот крест. А потом, чтобы горожане сами определились, что должно быть на этом месте. И здесь просто место какого-то скандала и раскола Украины. А крест... Мы так подумали, что крест – это символ свободы, площадь свободы. Крест – символ свободы. Это, ну, это символ единства. Возле постамента несколько десятков человек собрались с украинской символикой. Сначала хотели крест осветить, потом просто устроили его символическое открытие. Харьковчане к новому знаку на постаменте относятся по-разному. Ярых противников православного символа на площади нет. Это как раз тот знак, который... Вот, ну... Вряд ли у кого-то появится повод возразить против такого знака. Ну, я не думаю, что даже этот продержится долго. Я думаю, это вопрос, скажем так, уже дальше мирного времени. Но когда все в стране наладится, ну, мне кажется, этот постамент вообще отсюда убрать нужно будет. И сделать красивую клумбу. Без всяких памятников, без ничего. Ну, я так представляю, что это символически вроде как похоронили. Ну, не возражаю. Ну, не возражаю. Поставили, значит. Мне хуже от этого не стало. Наоборот, как-то здесь стало вроде, а то стоит, протянул руку и ходят к нему. Активисты же надеются, что крест сможет понизить градус дискуссии вокруг поваленного Ильича и умиротворить обстановку около постамента, на котором от Ленина остались только ботинки. Светлана Сирок, Вячеслав Кузьменко, агентство телевидения «Новости».